Да. Будем? Да, будем. Давайте. Сейчас микрофон работает. Вот этот, может, мы повыше сделать, что-нибудь наклоняться. Как это сложно? Добрый день, дорогие друзья. Сегодня мы открываем очередное заседание нашей музыкальной гостиной. Это уже третья гостиная, которую мы организовываем в формате нашего движения «Мы вместе». Вот, пытаемся ее организовать ежемесячно, пока получается, каждое второе воскресенье месяца. Вот, первые две гостиные у нас многие были, на чем-то было интересно, проходили большим аншлагом. Вот сегодня мы пригласили, я считаю, известных людей, известных бардов харьковских. Я думаю, что харьковский клуб «Избора», наверное, сильнейший клуб на Украине, да, вот бардовский, не только, вот, ну, по моему мнению. Вот. Да, 58 лет, уже через два года уже круглая дата, юбилей, да. Это тоже о чем-то говорит, в общем-то. Поэтому я считаю, у нас сегодня такое вот знаменательное, как бы, событие, в общем-то. Я очень благодарен вот музыкантам, бардам, что они пришли, как бы, и будут перед нами выступать, показывать свое мастерство. Вот. Ну, а в двух словах, как бы, мы проводим для харьковчан все время постоянное мероприятие, каждое воскресенье. Вот у нас, кроме музыкальной гостиной, у нас проходят киновечера. Вот каждое третье воскресенье, вот следующее воскресенье в 2 часа будет у нас интересный кинопоказ, интересного фильма. Проходит у нас на Мельникова 6. Вот. Кроме этого, у нас проводится диско 80, такая интересная программа. Вот 21 декабря я вас приглашаю в 7 часов вечера на интересное мероприятие, такая предновогодняя диско 80. Вы услышите, в общем-то, шлягеры 80-х, 90-х годов. Причем будет не только исполнение как в стиле диско, но в смысле, но будет и живое исполнение вот, мотивов 80-х, 90-х годов. Это 21 декабря. Поэтому приглашаю вас на такие два интересных события, это 17 и 21. Вот. Ну а сегодня у нас вот, мы построим свою программу так, вот два отделения у вас будет, да, по часу как-то, да? То есть мы в прошлый раз, у нас было как, вот два часа и шло мероприятие, потом мы чувствовали, что люди стали уставать, как бы, сам собой назрел перерыв. Поэтому мы, как бы, учитывая, как бы, прошлые эти самые нюансы, значит, мы сделаем где-то вот будет два отделения, а может быть и три, потому что у нас еще программа есть «Открытый микрофон», как бы, вот, где каждый участник может выйти к микрофону, прочитать стихи, исполнить произведения. Вот сегодня мы услышим поэзию Фиона Экслер. И еще должен подойти один исполнитель вот, с программой «Открытый микрофон». Так что нас ожидает большая интересная программа. Вот, и я пожелаю всем вам приятного вечера. Давайте похлопаем друг друга. Сейчас первый. Добрый вечер. Это наш такой первое выступление в такой программе, и давайте знакомиться. Сразу предупрежу, что я буду объявлять, чьи произведения мы исполняем, но если я не говорю, не называю автора, то это мои стихи, песни, в общем, чтобы было понятно. Начну со своих, чтобы вам как-то себя представить немножко. Есть женщины-кошки, им нужно немножко. На пальчик – колечко, на ножки – сапожки, им нужно внимание, нужна им забота, уют и достаток, и нежное что-то. А я – непутевое чудо природы, зверек, но не кошка. Я псовой породы, уют и достаток меняю на грозы, бриллианты и кольца на снег и морозы, слова, чтоб без лести, чтоб чувства без фальши. Ни дальше, ни ближе, ни больше, ни меньше. Ведь преданно дружишь и искренне любишь. И ценно все то, что за деньги не купишь. Мой мир — это солнце, любовь и свобода. Я глупый волчонок, такая порода. Ну и противовес этому тоже. То есть, как бы, с одной стороны волчонок, с другой стороны совсем другое существо. Я существо небесное, я ангел во плоти, спустившийся на землю, чтоб путь земной пройти.
Мне дали тело женщины. Мне нравится оно. Упругое, рельефное. Да вот беда, тесно. Так трудно по земле ходить, имея два крыла. Чтобы случайно не взлететь, я в шкаф их убрала. Теперь шагаю не спеша. Вдыхаю рай земной. Не в радость дождь, не в радость снег. И холода, и зной. Раз женщиной судилась стать, то я в ответе за осенний лист, рассветный луч и детские глаза, за свет в окне, за мир без слез, родного сердца стук. Я воплощенная любовь, души волшебный звук. Я знаю, встретится мне тот, с кем кожа не тесна, с кем счастье шире глубину мне суждено познать, с кем можно с легкостью парить, сгорая, воскресать и приземленную любовь поднять под небеса. Ну куда ты опять? Что ж тебе не сидится на месте? Ангел тихо вздохнет, не пытаясь меня удержать. А я снова слежу, сто дорог одним бантиком вместе. Краски счастья возьму и пойду этот мир украшать. А я снова слежу, сто дорог одним бантиком вместе. Краски счастья возьму и пойду этот мир украшать. Я черпаю из сердца, делюсь со своими друзьями. А друзья — это мир разноцветный, поющий, живой. Я иду по дороге, любовью раздавая горстями. А наград мне не надо, довольно улыбки одной. Я иду по дороге, любовью раздавая горстями. А наград мне не надо, довольно улыбки одной. Я наполню твой мир добротою и солнечным светом. Улыбаешься ты, значит, я не напрасно живу. Для меня на земле ничего невозможного нету. Это ангел небесный меня обучил волшебству. Для меня на земле ничего невозможного нету. Это ангел небесный меня обучил волшебству. Следующий наш блок. Ну, по ходу наших событий в нашей стране мы не можем не коснуться этой темы. Очень мягко, но необходимо. В блоке прозвучат стихотворения Юрия Лисба, Булата Акуджавы и песня Олега Митяева. Акуджава. Земля изрыта в кривет кость. Ее сквозь выстрелы и пенье я спрашиваю, как терпение? Хватай. Не оборвалось выслушивать все наши бредни о том, кто первый, кто последний. Она мне шепчет горячо. Я вас жалею, дурачье, покуда топчетесь в крови, пока друг другу глотки рвете, я вся в тревоге и заботе и занемогаю от любви. Зерно спалите, морем трав зайду над мором и разрухой, чтоб было чем наполнить брюхо, покуда спорите, кто прав. Мы все трибуны, смельчаки, все для свершения народились, а для нее озорники, что попросту от рук отбились. Мы для нее лишь детвора, что средь двора друг друга валит, и всяк свои игрушки хвалит. Какая глупая игра. Берег снес
слышен, невесом слетает желтый лист. Старинный вальс осенний сон играет гармонист. Вздыхают жалуясь басы и словно забытьи. Сидят и слушают бойцы, товарищи мои. В осеннем парке, в городском, вальсирует листва берез. А мы лежим перед броском, нас листопад почти занес. Занес скамейки и столы, занес пруда бесшумный плес, занес холодные стволы и бревна пулеметных гнезд. А на затвор легла роса и грезится веселый май, и хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай, кричат грачи. Там сквозь березовый конвой ползет лавина, саранчи на город за твоей спиной. И ах, не дрожь, накренясь, сорвутся птицы в черный дым. Сержант лицом упнется в грязь, а он таким был молодым. И руки обжигают ствол, ну сколько можно лить свинец? Слов ни на пять не отошел, и вот он, вот уже конец. Развозят пушки на тросах, все говорят, вставай, вставай. И хочется закрыть глаза, но ты глаза не закрывай, не закрывай, кричат грачи. Ты слышишь, потерпи родной, и над тобой стоят врачи. И кто-то говорит, живой, живой. Листва берез, а мы лежим у павничком, нас листопад почти занес, нас листопад почти занес. В осеннем парке городском пальсирует листва берез, а мы лежим у павничком в осеннем парке городском. Большой переход авторским стихотворением. Это стихотворение посвящено моему другу. Он живет очень далеко, в Мурманске. Он прошел 3 войны. Сейчас в отставке, полковник по ранению. Мы с ним, в общем-то, долгое время общались по скайпу в основном. Вот стихотворение называется «Разговор по скайпу». Ты говоришь, что завтра ты летишь, что нужно в Питер срочно по работе, что надоели эти перелеты, что ты летать не любишь, говоришь. Я в небо поднималась только раз. И 2 часа мы шли над облаками, над тундрой, над белыми снегами, над паутиной рек, озер и трасс. Ты улетаешь утром на рассвете, и белой зависти в душе мелькнула тень. Там у тебя сейчас полярный день, а под крылом Карелия в расцвете, а под крылом бескрайние леса, в озерах голубых вода искрится, и нету края. Красы границы, их сказки там живут, и чудеса. Но ты в окошко даже не посмотришь. Ты 2 часа в полете будешь спать, чтобы не думать и не вспоминать о прошлом, о военном прошлом. О самолетах в небе Хайратона, что ни один, ни два, а много раз с заданием десантировали вас, спецназовцев разведки батальона.
За Афганом был Таджикистан, потом Чечня, и самолеты, самолеты. И нет с тобой, ребят, той славной роты, с которой ты шел на караван. Но ты об этом вслух не говоришь. Ты говоришь, что времени осталось мало, что ты уже почти у терминала, и что прощаться время нам твердишь. Обычный рейс, обычный перелет. Кейс, ноутбук, все собрано в дорогу. А я шепчу вдогонку, слава Богу, что это не военный самолет. Насколько плавно мы перешли к Мурманску. Мурманск для меня это даже уже не город, это целое веко в моей жизни, это новая ступенька. Я вот коснусь этой темы более широко. Опять папочка. Ты понимаешь, я его люблю. За что сама порой не понимаю. Далекий город в северном краю. Люблю всем сердцем и до слез скучаю. Ты скажешь, там морозы и ветра, шторма и ночь полярная полгода, а я в ответ с улыбкой, ерунда, для севера прекрасная погода. Ты здесь не встретишь ярких красок юга, у севера иная красота. Там исполняет белый танец вьюга под сполохи небесного костра. В снегах полярных, словно остров света, сияет миллионами огней тот город, самый теплый на планете. Как и сердца живущих в нем людей. Ведь север — это преданность и верность, умение ждать прогноза вопреки. Где не золото имеет ценность, а искренность протянутой руки. Мой добрый Мурманск, ты всегда радушен, я у тебя учусь на свете жить, быть смелой, честной и великодушной. Держать удар и искренне любить. Еще одна. Про север. Я не зову вас на юга. Я приглашаю, я вас на север приглашаю. По рядам сопки нас встречают, надев мундирные снега. В объятиях вечной мерзлоты, под многотонными снегами, объяты теплыми, согреты теплыми стихами, спят до поры мои мечты. В полярном небе, полярной ночью в небесах, сияние северного краски, в день придет, и словно в сказке, рассветный луч блеснет в глазах, любимый за полярный край, с кристальным воздухом и чайкой, звездою путеводной, яркой, гори, гори. Не исчезай. А теперь песня. Это песня Сергея Никитина. Как он сам про эту песню говорит, что стихи написал Шубин, музыку написал я, а песня получилась Лизбора. Мурманск. Есть город матросов, ночных контрабасов, мохнатых барбосов и старых карбасов, из ветвесток, каянных навантов наклонных, в ветрах окаянных, рассолом соленых, ложатся там хмари на снежные горы, там бурю сквозь бары проходят поморы. Снится мне решка снегов поваляшка, и с волчьей повешкой собачья упряжка. И снится мне решка снегов поваляшка, и с волчьей повешкой собачья упряжка. И сердце лаская отвагой мужскою, дорога уходит в открытое море, дорога уходит в открытое море. Я утром глухой летел под дохой, дорога дугою с одной лихой.
вам отче пространство и время. Я их сосредоточу за всех и перед всеми. Я слышу поныне, как плачут пустыни в апрельской теплыни, в полярной пустыне. Чтоб память любила, о чем тосковала, все, кажется, было мне никак не бывало. Чтоб память любила, о чем тосковала, все, кажется, было никак не бывало. Но сердце, лаская отвагой мужской, дорога уходит в открытое море. Дорога уходит в открытое море.